никогда не знаешь, что тебя ждет. Меня зовут Бенджамин Баттон. Господи Иисусе! Я родился при странных обстоятельствах. Как будто он не новорожденный 80-летний старик, который одной ногой уже в могиле. Он умирает? Скорее всего. О боже, он копия моего бывшего мужа. Я не понимал, что я ребенок. Я думал, я старик на закате жизни. Сколько тебе лет? 7. Но я выгляжу старше. Ему 7. Ты необыкновенный ребенок. Люди просто не понимают, насколько ты необыкновенный. Бенджамин, ты выглядишь гораздо моложе. Однажды я встретил человека, который изменил мою жизнь навсегда. Ты болен? Мне говорят, я скоро умру. А может и нет. Ты странный. С годами я не становился старше. Я становился моложе. Дейзи? Это я, Бенджамин. Боже мой! Люди всегда говорили, что ты особенный. Но я знаю это точно. Каждый считает себя особенным. В одном направлении. Просто разными дорогами, вот и все. Я хочу запомнить нас такими, как сейчас. У тебя своя дорога, Бенджи. Какая разница на лице моложе? Не знаю, как объяснить. Я же не вижу себя со стороны. Наши жизни определяются нашими возможностями. Мы уже не маленькие дети, Бенджи. Даже теми, которые мы упустили. Я просто думал, что ничто не вечно. Это безумно обидно. Кое-что вечно.